Депутаты законодательного собрания на Комитете по промышленной политике, транспорту и связи вновь вернулись к обсуждению законопроекта об организации транспортного обслуживания населения в регионе. В документе подробно описан порядок установления, изменений и отмены межмуниципальных маршрутов. Предлагается, что изменения тарифов устанавливаются правительством края. Это необходимо для того, чтобы избежать произвольного изменения цен на билеты самими перевозчиками. Нормы законопроекта также регулируют организацию остановочных пунктов. Также обсуждали и контроль за транспортными средствами, которые перевозят людей. Информационная система, значит, мы этим законом практически обязываем правительство заниматься тем, чтобы создать информационную систему, которая позволяла бы интегрировать в себе все системы, которые уже созданы перевозчиками или автовокзалами, и чтобы мы могли видеть все автобусы, всех пассажиров, все, допустим, места, все билеты, чтобы создали прозрачность и в приобретении билетов, и в комфорте, создании комфортной какой-то среды для пассажиров.